остался, я реги куплю. Дживса тогда. Столик тыкните кто-нибудь из магов. Уничтожаторов кажется, как обычно. Бичей понабирает, а потом рейды по 4 часа. Да. А потом они писают на Dark Stars в гича, да? Какао. Это какао. Он читать не умеет, блять. Да нет. Он видит такую главу. А почему у него так мало хп в 6к? Ну все равно мало. Ну да, да. Сегодня выбьешь. Че мне по 5 бафай? Пойдемте два паладина. Шагу света не кидайте на босса. Вчера вы в камень заебали.
самом деле не важно, кто кидает эту джагу, она будет отхиливать весь рейд точно так же. Нифига. Фига, просто так ты повышаешь себе ХПС, а так он будет у Редрика или у протопала. Записан. Вот и все. Сэддер, зачем ты рейдит? Интеллект. Тестир, отдай капор. Ща. Да, я вон танк стою рядом с ним. Сендер второй должен, не? Ты охуел? Ты же говорил, не будешь Глору никогда ретриком отдавать. Попробуй потом, только не дай мне ее нахуй. Если ты шейм сделаешь, только через полгода, блядь. Давай чекай. Полгода, блядь, полгода. Ты будешь ходить говнопухой, потому что вот пидор не отдает Глор. Приехал. Дефайл, сейчас сдохнешь, Лок, уйди оттуда. Ты в рейд вернул его, зачем?
Ну, он молодец, конечно, так водит. Я его нихуя не достаю, блядь. Блин, он просто жесть. Он что, первый раз это танчит? В мире хватает героев и Балтар не осталось. Нафиг этого Сэддера, Спека и Вретрика. Пускай другой кто-то танчит. Сейчас, блядь, объясняю гусю, сука, тупые, блядь. БДК вот танчит этого босса возле дерева. Справа от дерева стоит Нари. Мне появляется копия, вон слева от дерева. И куда мне ее вести? Или в рейд, или в дерево? Вы тупые, блядь. Вот вы нормальные? Ты должен был аккуратненько вдоль дерева пройти, не поворачивать ее в рейд. Куда я ее пройду, если... Там мешает. Блин, зайди в стоп. Вот, вот так ты его видишь. Вот смотри. Если я пойду, подлезу под морду. Под свою копию. Вот так ты ее должен был провести. Вот так. Так ты разбежался от хилов, тебя бы не захилили, блядь. Ну. Да, я бафую. Цирк приехал. Выйдите из-под морды, босс. Да. Да. Сильнее.
я не знаю, вы еще к Сартариону, блядь, танки разбиете. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным, но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но, боюсь, тут замешано и более. Алекстраза выбрала достойную. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герой, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Слуги, обратите их в пепел! Кунь действует, блядь, столько, сколько ты бегаешь от него, нахуй. Ты должен был за эти полторы секунды их передамажить всех. Иначе это того не стоит. Ну и что, ты не можешь передавать? Чтоб все видели, кого мы вагоним. Так он, да, он не может купить нормальных тренинг, блять, одеть. Вот кто бы жаловался? Вот топ тренинг. Святилище пало. Инту, дайте. А, есть инту. Я что, с бергамоткой хилю? Что это или что? Да нет, я просто был один по хилю. Это же реально. Там стоит круто. Небеса в огне.
нас... Зачем у нас протокол? А, у нас БДК, аспект у нас все понял. Я думал, у нас два БДК будет, ребят. Хан. Ха. Ну что, слепые? Пиздец ты. Спасибо, что сказал. Бергамотка, чего? Выходи. Да она подумала, что Капор один похилит, он же хотел. А, она вышла с метки. Рога жить. Да. Че мне попросится ебать? Я сам не видел. Да у меня тотем же есть. Нормально, у меня половина много. Это, короче, я сейчас зайду на ЕП Void, хорошо? Я писал Варка. На норму не обязательно писать Варка, что ЕП на другого получается.
Сейчас две минуты завод захожу. Вот пати смарт-килл на ИП. Парам вроде.